Аукцион Vivality – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Vivality – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Vivality вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Vivality. Ссылки под видео в описании. Ребята, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украины». Выбрались мы с друзьями покопаться на перепашечку. Только вот вышли, минут, не знаю, 5, наверное, 7 прошло после того, как вышли в поле. Есть у меня первая находочка. Сейчас вам покажу. Снимаю сегодня, друзья, на GoPro. Смотрите, первая находочка. Спиночка с фибулы вывалилась. Не знаю, конечно, как там будет меня слышно, потому что очень сильный ветер сегодня. В общем, вот такая вот находка. Только вышли, будем ходить. Поле интересное, уселось оно после перепашки. В общем, будем ходить, друзья. Смотрите, не переключайтесь, я думаю, что будет интересно. Идем искать дальше. Друзья, хожу я сегодня с Деусом, и есть у меня находочка, печаль грустная. Смотрите, кусочек обломанного, по всей видимости, лиместного динарика. Вот это грусть, печаль, конечно же. Да, очень грустно. Да, вот по такому полю мы ходим, перепашечка интересная, уселась, так что надо ходить. Берем, друзья, идем дальше искать, смотрите. Ветер, друзья, просто сумасшедший, но я вам постараюсь показать находочку. Смотрите, вот такая вот часть какого-то, я не знаю даже, что это было, но думаю, что какая-то ихняя конина, скорее всего. Оловянистая бронза. С такого вот материала делали наконечники скифы. Может, и скифская. Мы, кстати, тут наконечники на этом поле тоже находили. Поэтому вполне может быть, что это что-то скифское. Ну, вот такая вот находка. Ходим, поле трошки присело после кукурузы, но на ноги, в принципе, не сильно налипает. Можно ходить. В общем, друзья, идем дальше искать.
Вот такая вот у меня история. Пошли, не переключайтесь. Ходим, друзья, все там же, по тому же полю. Вот смотрите, есть керамики тут. Просто куча. Толстенькая, черненькая. Все как надо. Есть находочка. Блин, ветер так мешает. Я не знаю, конечно, как на GoPro будет слышно. Но, в общем, смотрите, спинка с фибулы не глубоко лежала. Просто пинпоинтером ее отковырял и все. Да, что-то пока динариков нету. Один обломанный нашелся и все. Это такая красивенькая, маленькая, зелененькая красотулечка. Берем, идем искать дальше. Там Вадик ходит. Пацаны в другую сторону пошли. В общем, берем находку, друзья, пошли дальше. Смотрите. Поле тут, друзья, здоровенное. Мы все ходим, выхаживаем. Вот смотрите, вот вам, пожалуйста, керамика. А вот находочка. Очередная спинка с фибулы. Пожеванная плугами. Просто жах. Но находка. Продвигаюсь я, друзья, вот в ту сторону. Там хаточка стояла. Хочу обойти, попробовать выходить. В общем, берем эту находку, иду дальше искать. Что-то одни фибулы, динариков нету. Керамики просто, смотрите, немерено. Вот какие-то куски. Много. Ладно, друзья, смотрите, я пошел искать дальше. Итак, друзья, докладываю обстановку. Мы переехали на другое место, вернее, пацаны поехали на другое место, меня высадили на том месте, где в прошлый раз я удачно накопал динариков под конец дня. Присяду, ветер такой страшный, просто капец. В общем, они поехали проверять средневековье, а я буду здесь ходить. Походят там, будем с ними на связи. В общем, если они что-то найдут, расскажут. Если я что-то найду, тоже расскажу. В общем, идемте искать, друзья. Хожу, друзья, минут 40 по такому вот паханому полю. И есть первая дельная находочка. До этого выкопал несколько спинок с фибул. Но вот смотрите, что у нас. У нас целенькая фибулка с иголочкой, с застежечкой совсем. Крутяк. Блин, ветер, я не знаю, как меня там будет слышно. В общем, классно, смотрите, работает. Все открывается, закрывается. Класс. Давно не попадались целые фибулы. В общем, я доволен. Беру и выхаживаю вот этот вот квадрат. Поднимаюсь выше немножко по бугру и иду в ту сторону. Сейчас немножко пройду и хочу на то поле рядышком соседнее перейти. И там походить.
В общем, смотрите, друзья, не переключайтесь. Я пошел искать дальше фибулка. Хожу, друзья, все там же, поднимаюсь выше по бугру. И что вам я хочу сказать? Сегодня определенно день фибул. Блин, ну сколько же я их сегодня накопал. Это просто капец. И вот она, еще одна очередная спинка с фибулы. Сверху лежала, копать не пришлось. Отковырял ее пинпоинтером. Ну и в продолжении темы незакопанных ямок хочется сказать, что если бы количество незакопанных ямок равнялось находкам и те ямки, которые я закопал, то у меня была бы уже хорошая коллекция динариков за сегодня. Поднимаюсь, друзья, выше по бугру. Вот этот вот угол сейчас выхожу, потому как в прошлый раз я ходил вот здесь вот выше. В общем, сейчас выхожу этот угол и, возможно, перейду на следующее поле. Возможно. Посмотрю, в общем, как находки пойдут. Ладно, друзья, смотрите, не переключайтесь, я пошел искать дальше. Хожу, друзья, я все выше поднялся, дошел уже до края поля. Хожу все по той же перепашечке. И выходил я какой-то монитосик. Блин, динариков нет вообще. Ну вот какая-то, по всей видимости, советина вывалилась. Да, СССР проглядывается. СССР. А какой номинал? Сейчас ругать меня будут, что я их шкрябаю. Не знаю, я думаю, 15 копеек. Может и нет. Ну, в общем. Вот такая вот монетка. Хожу, сейчас чуть-чуть похожу. Даже не знаю, уже темнеет. Скоро пацаны будут ехать. Заберут меня. Даже не знаю, что вам сказать. Какой-то сегодня день сплошных фибул. Монет нет вообще. Вот одна попалась. Ладно, друзья. Берем это несчастье, идем дальше копать, смотрите. Ну что, друзья, уже вечереет, и буду я заканчивать свой сегодняшний коп. Посмотрите, какой красивый закат за моей спиной. Солнышко уже село, пацаны мои еще где-то копают. Будут ехать, позвонят, пока не звонят. Видно, какие-то находки у них все-таки есть. Сейчас я вам свои находочки покажу. Сегодня у меня, друзья, день фибул, накопало их, ну, такое приличное количество, и одна из них вот целенькая, все остальные спинки. Ну, и из монет одна вот такая вот несчастье какое-то советы. В общем, жалко, что нет динариков, но поле очень интересное, и я думаю, что мы сюда еще вернемся, может, просто сегодня не повезло. Симплексом в прошлый раз я здесь очень хорошо накопал. Вот такие вот находки. Что еще хочется сказать, друзья, всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, еще увидимся. Всем удачи, друзья, всем пока.